помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В томлении грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Шли годы, бурь порыв мятежный рассеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. В глуши во мраке заточения тянулись тихо дни мои, без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. Душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, и сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Я написал книгу о любви. Первая глава о матери – это душа дома, душа семьи, душа мира. Если матерям было бы поручено дело мира, они бы этот вопрос давно разрешили бы. Они нашли бы согласие. У нас слово «женщина» звучит как синоним жизни. И начало жизни, и продолжение жизни. Это хорошо сказал Борис Леонидович Пастернак. И так как с детских ранних лет я был ранен женской долей, а след поэта только след ее пути не боли. Хорошо той стороне, где женщина поет, и плохо той стороне, где женщина плачет. И мерилом искусства является, как этому искусству, как этой живописи, музыке, в стихах отражена женщина. Спасибо женщине. Это бывает зимою и мае, помни
с Матильдой моей, сверкающей искрами черных очей, как на небе звезды осенних ночей. Все страстною негами дивно полно, ей все опьяняет, ей все опьяняет. Вино. Она только взглянет, как молния ранит, и пламень любви зарвеет в крови. Она засмеется, и песни зальется, и жемчуга прят лицо осветет. А страсти кипучей, бурной, жгучей глаза говорят и к блаженству манят, блаженству лапзаний и безумных желаний, пожатием нежным руки белоснежной, забвению горя и к счастью без мер, без конца и границ. С Матильдой моей, сверкающей искрами черных очей, как на небе звезды осенних ночей. Все страстною негой мне дивно полно, в ней все опьяняет, в ней все опьяняет. И жжет, как вино, и жжет, вот сейчас, слушая арию Роберто, я почему-то как-то так был восхищен его такой беззаветной любовью к Матильде, которая является единственной, неповторимой. И вот как раз сегодня мне бы хотелось поговорить или сказать о тех чудных мгновениях, которые я, актер, испытываю, когда встречаюсь с женщиной той или другой эпохи. Но мои объяснения в любви начались еще, когда я учился в школе. Да, ну, конечно, на сцене. Я сыграл роль Ромео, балкон, луна, ночь, Джульетта, ты как день, убей луну соседством. Она и так от зависти больна, что ты ее затмила белизной. А потом, Гамлет на сцене театра имени Маяковского. Мне было 22 года. Офелия, о нимфа, помяни меня в своих молитвах. А в душе звенел сонет Шекспира. Я весь хотел бы клавишами стать, чтоб только пальцы легкие твои прошлись по мне, заставив трепетать, когда ты струн коснешься в забытии. Но если счастье выпало струне, отдай ты руки ей, а губы мне. Малый театр меня встретил довольно-таки своеобразно. Был такой спектакль «Каменный властелин», где я играл Дон Жуана, и как-то все в течение 3 часов не мог преодолеть конфликт с Дон Анной. Пьеса была написана женщиной, Леся Украинка, поэтому это был такой эмансипированный тип, сильной женщины. Вот. Зато во второй пьесе, легкой комедии «Скриба», «Стакан воды», борьба шла уже за меня. Я играл такого легкомысленного Мэшема. Вот. И женщины были довольно-таки такого, ну, такой глубоко родословной. Мисс Абигель Черчилль, потом герцогиня Мальборо и сама королева Елизавета Английская. А вот играя другого исполнителя, значит, другой персонаж, это Веточкин, в «Холопах». Ну, вот в этом спектакле у нас играет прекрасный букет наших актрис.
Я, конечно, очень счастливый человек, потому что я встречал очень много прекрасных партнерш и в кино, и на сцене. Но сегодня я хотел бы выделить одну единственную, как бы, ну, объясниться ей любви. Это наша актриса малого театра Елена Николаевна Гоголева. Это удивительный человек. И мне бы хотелось пожелать ей здоровья, долгих-долгих лет жизни на славу этого театра и, конечно, ролей. Чудятся звоны, стук копыт под окном, белогривые кони под луною в ночном, и один тот игривый неземной красоты. Помнишь, в белую гриву ты вплетала цветы? Помнишь, в белую гриву ты вплетала цветы? Белая грива, белая грива. Травнивай, может быть, счастье крадет у меня твои очи иконы, жгут мне душу дотла, белогривые кони заждали. Мчалась, как дива, и заря, что зашла, ленту в белую гриву, как на память вплела, ленту в белую гриву, как на память вплела. Белая грива, отцвет былого огня.
Раньше все всегда стремились в станции обнимать подруг. Только как-то так случилось, танцы изменились вдруг. И теперь во время танца каждый занят сам собой. Даже в мыслях нет обняться, но действительно совсем другой. Мы с тобою так давно не танцевали. Разве кто без приглашения раньше с кем-то танцевал? А теперь вмешалось время даже в этот ритуал. В наши дни танцуют рядом, приглашение ерунда. А кого найти мне надо, в танце я найду всегда. Мы с тобою так давно не танцевали. А почему не Екатерина Максимова танцует?
Сегодня праздник, 8 марта все-таки. Футбол, Михаил Николаевич, танец, футбол называется. Василий Танцал танец, футбол, футболист. Ну, женский футбол уже шагнул на поля страны. Вам нравится? Нравится. Женский футбол? Симпатичные футболистки. Народ ходит, кстати, на матч. Я не знаю, пока мужчины не займутся синхронным плаванием, знаете, угу. Я не смирюсь с женским футболом. Михаил Михайлович, в каком году был учрежден Международный женский день? Вы, конечно, помните? Помню, конечно. В 1910 году по предложению Клары Цеткин. Откуда вы это помните? Ну, я читал об этом. Я ведь подготовился к сегодняшней встрече. Как говорите, специально подготовился? Ну, конечно. Они подумали, что вы эрудированы, а я нет. Ну, хорошо. Действительно, дорогие друзья, мы сегодня принесли подшивку очень интересную. Это 910 год, журнал «Рампа и жизнь». В этом году было много событий в театральной жизни. 35 лет сценической деятельности Марьи Гавриловны Савиной, 40 лет сценической деятельности... Ермоловой, я тоже кое-что знаю. Николаевны. Да. Вот. И здесь просто мы обратили внимание, что это март 1910 года, и какое внимание к женщине по всем параметрам. И репертуар, и статьи, и посвящение, и, главное, афиши. Что у вас там заложено? Афиша у меня заложена. Здесь очень много интересно. Ну, вот где это у меня заложено? Ну что, заложено вот, у вас или не заложено? Заложено. Вот, союз сценических деятелей. Это в 1910 году уже был союз сценических деятелей, и уже тогда не знали, что с этим делать. Видите, да. Какая биография. Вот вас заложено. Вот, я нашел репертуар московских театров. Я нашел. Ну, хорошо, ладно. В общем так, театр «Эрмитаж». «Карлсбадская фея». Это 8 марта. «Красотка» на следующий день. Потом «Тайна гарема». Какие названия прекрасные. Театр «Буф». «Веселая вдова» 8 марта. «Шалунья». «В волнах страстей». Театр «Незлобина Анфиса». «Эрос и Психеин» 9 марта. «Ню». А вот опера «Зимина». «Ромео и Джульетта». Это 7 марта. 8 марта. «Травиата». Потом «Юдифь», «Самсон и Далила», «Аида», «Манон», 17-го «Кармен» и вот «Мазепа». «Мазепа мужчина». Ну, «Мазепа жена Мазепа». Жена Мазепа. Сам «Мазепа мужчина», репертуар женский, «Мазепа мужчина». Ну, «Мазепина жена Мазепа». Понимаете, «Мазепина». Михаил Ильич, морочьте голову, читайте. Мы говорим о том, что все имеет отношение к женщине. Хорошо, вот, жена. Ну, к женщинам, пожалуйста, вот. Замечательно. Я заложил там. Да. Вот. Концерты. Как подавались актрисы? И как вообще? Афиша. Казино. Большая Дмитровка, бывшее помещение купеческого клуба. Ежедневно большие концерты в Варьете. Самая изысканная и лучшая программа в Москве. Ну, кто не пойдет на такую афишу? И дальше идут звания. Вот не было никаких там лауреат конкурса «Сочи-75». Просто знаменитая артистка Ада Марсель, красавица Тисси Такай. Красиво. Любимица петербургской публики Стася Абербек. Королева Констаньет Лабланка. Констаньет. Н здесь. Да. Констаньет. Так раньше писали. Ну, я так и читаю. Ну, королева, как королева. Королева Констаньет, да. Дальше что? А непревзойденная Андраша. Вот. В антракте ужин из трех блюд. 1.50 рубль. Наверное, кооперативный. Ага. В антракте специально приглашенный из Петербурга из ресторана «Медведь» салонный оркестр госпожи Северской. Во время концерта танцы в фойе не прекращаются. Замечательно, да? Ну, в некоторых театрах тоже иногда. Можно пускать танцы во время действия. Нет. Или вот, пожалуйста, юбилей Савиной, посвящение. Я приду к тебе с цветами, звонких струн коснусь перстами, стану славу петь. Гений твой в часы наитий нам соткал из чудных нитей золотую сеть. Дымкой грезы нас окутал, роем дивных чар опутал и держал в плену. Красиво? Да, очень. Ну, вот. А вы сейчас все время поздравляете на юбилей, выходите с папочкой синей, говорит, тут написано много теплых слов, вы их дома прочтете. Почему-то это и я. Ну, мы.
Ну, хорошо. Ну, а вы какой-нибудь подарок-то приготовили? Ну, я не знаю, подарок или не подарок, но что-то мы приготовили, не знаю, между прочим, с вами. Честно говоря, друзья, не хотелось бы наших сегодня очаровательных именинниц шаблонно поздравлять, но ничего в голову не приходит, кроме того, что приходит. Это не шутка, так мне сказалось. Каламбур. Каламбур. Хотелось бы спеть, конечно, но что-то такое, да? Что-то такое, чтобы... Чтобы как-то... Выглядело... Да. С одной стороны, не очень современно, потому что этого не можете. Вот что значит, мы не можем. А с другой стороны, чтобы это не было очень ретро, потому что это тоже мы не можем. Не потянем, да. Да. Что-то среднее, среднее. Но от души. Часто с виду все как надо, с виду жизнь кипит, и грешно роптать. Счастье просто где-то рядом, до него всего лишь рукой подать. Но стеною на пути встанет вдруг и не пройти, если. И кто подумать только мог, что это не союз, предлог, если. Если это сто условий, то да сё потом, да ещё притом. Оно и не пройти, если... Если... Кто подумать только мог, что это не союз, приколок, если... Бабу, бабу-рабу-бабу, дабу-бабу-ба... Годы, годы быстро мчатся, надо бы успеть в счастье жизнь прожить. Все мы, все должны стараться, чтоб любой предлог мог союзом быть. Да, я полюбил. И не стесняюсь об этом говорить вслух. Любви все возрасты покорны. Не могу сказать, что я полюбил ее с первого взгляда. Поначалу я присматривался к ней со смешанным чувством радости, недоверия, смущения, обожания. Бог знает чего. Пока вдруг, именно вдруг, через несколько месяцев не понял, что именно она послана мне Богом. Именно ее я ждал всю жизнь. Именно ее мне не хватало. Жена? Ну что жена? Жена есть жена, она родной человек, она должна меня понять. Я думаю, она догадывалась, что рано или поздно это должно произойти. У меня от нее нет секретов. Я признался ей во всем, да и без слов было ясно по моему лицу, что ко мне пришла огромная, прекрасная любовь. Я сказал ей, что я люблю Лизу, что я не могу жить без нее, что из-за нее я по-другому стал смотреть на жизнь, на людей, что когда я целую ее и обнимаю, у меня возникает целая буря чувств, ранее мне неизвестных. В общем, всему, что во мне есть хорошего,
Я обязан ей, Лизе, Елизавете Михайловне, моей двухлетней, моей прекрасной двухлетней дочурке. Незаметно стали дни теплее, во дворах все ярче свет. Ни морозов снежных, ни заносов прежних нет. И спешат на улицу девчонки дню весеннему в ответ. Кукол одевают, куклам повторяют вслед. Аленушка, Натальюшка, не промочите ног. Не потеряйте варежки, не лезьте в ручеек. Аленушка, Натальюшка, не троньте голубей. Натальюшка, Аленушка, простите поскорей, скорей. Незаметно выросли девчонки, не считая быстрых лет. Ни былых подружек, ни лихих веснушек нет. Но когда разбуженное солнце появляется на свет, дочек одевают, дочкам повторяют вслед. Аленушка, Натальюшка, не промочите ног, не потеряйте варежки, не лезьте в ручеек. Аленушка, Натальюшка, не троньте голубей. Натальюшка, Аленушка, простите поскорей, скорей. Незаметно выросли кварталы, старый двор в асфальт одет. Ни сараев темных, ни углов укромных нет. Но хранят до старости девчонки давней юности секрет. Внучек одевают, внучкам повторяют вслед. Натальюшка, не промочите ног, не потеряйте варежки, не лезьте в ручеек. Аленушка, Натальюшка, не троньте голубей. Натальюшка, Аленушка, простите поскорей. Года летят, со снимков наши бабушки девчонками глядят. Несут в окошках бабушки бессменный свой дозор. Аленушки, Натальюшки, стремглав бегут во двор.
табачный, воздух выел. Комната, глава в крученаховском аде. Вспомни, за этим окном впервые руки твои иступленные гладил. Сегодня сидишь вот, сердце в железе, день еще выгонишь, может быть, из руга. В мутной передней долго не влезет, словом моя дрожью рука в рукав. Тело в улицу брошу я, дикий обезумлюсь отчаянием и сейчас. Не надо это, дорогая, хорошая, дай простимся сейчас. Все равно любовь моя, тяжкая гиря ведь висит на тебе, куда б ни бежим, крики выреветь, горечь обиженных шала. Нажать.
Может показаться странным, что в такой праздник вместе с моими коллегами, артистами камерного оркестра «Виртуозы Москвы» я принес в качестве музыкального подарка несколько грустный подарок. Грустный вальс Сибелиуса. Но вместе с тем, мне кажется, что почти не бывает праздника, в котором не было бы частичка сожаления, частичка воспоминаний, частичка грусти. Может быть, это мысли о быстротечности времени. Может быть, это мысли о том, что люди, которые могли бы праздновать этот праздник с нами, их нет или они далеко. Музыка – это удивительное искусство, которое, несмотря на то, что говорит своим индивидуальным языком, способно сделать так, что мы все можем постичь и возвыситься до понимания высокой человечности. Почему я взял грустный вальс Сибелиуса именно в этот праздник? Потому что мне захотелось рассказать историю любви. Мне видится в этом вальсе рассказ человека, воспоминания его о молодости, о тех счастливых днях, когда чувство поднимало его над миром, о тех счастливых днях, когда была мечта, когда был удивительный полет. Это все передано в этой музыке. Может быть, это игра его воображения, может быть, это жизнь, где все переплетается в удивительную совершенно, где все переплетается друг с другом. Возникновение чуда из тишины, возникновение музыки, кульминация чувства, затем пауза, молчание, и человек остается один. Таким мне видится грустный вальс Яна Сибелиуса. Thank you.
ближе, ближе. Эдит Пиаф, Эдит Пиаф, бабушек Парижа. Прожектора горят, дрожат, от звезды под небесия. И вновь горит ее душа, ранимая, как песня. О, славный кипельный отовец, зачем не пощадила? Зачем ты не спасла смерть той, что жизнь, той, что жизнь так любила? Она неистово шла, перенося удар, чтоб каждый раз горев дотла, другим пылать пожар. Но в сердце боль, а в горле крик, зовущий вновь кого-то. Но жизнь ее прекрасный миг свободного полета. Но грядут рев, но жанре грядут рев. Едет пролетка полем,
едет, и колокольчики звенят. Едет Ванюша в город, парни на Ваню с завистью глядят. В городе где-то, как принцесса одета, Ваню в гости невеста ждет. День бесконечный для нее, словно вечность, скоро милый за ней придет. Эх, ма, кутерьма, пляшет, поет кума. Эх, ма, кутерьма, в гости всех зовем. Эх, ма, кутерьма, будет и лето, и зима. Эх, ма, кутерьма, все переживем. Свадьбе этой шумно от нескончаемых потех, шутки, друзей советы, песни, гитары, звон, веселый смех. Все в них смешалось, понесло, заплескалось в хороводе цветных огней. Эй, ель, матрешки, деревянные ложки, трещотки у ложкарей. Эх, ма, кутерьма, пляшет, поет кума. Эх, ма, кутерьма, в гости всех зовет. Эх, ма, кутерьма, будет лето и зима. Эх, ма, кутерьма, все переживем. Эх, ма, кутерьма, пляшет, поет кума. Эх, ма, кутерьма, в гости всех зовет. Эх, ма, кутерьма, будет лето и зима. Эх, ма, кутерьма, все переживем. Осенняя роса на листьях пожелтевших осталась далеко до первая весна. Я люблю тебя, люблю сильнее, чем прежде, и так же, как тогда, кружится голова. И нисколько мы с тобой не постарели, как было бы немного побелее. Откружат и отпоют свою метель, будет снова, снова звонко петь. В глазах твоих родных заметная усталость, и на висках моих осенняя роса. Но ты не верь тому, что к нам
подкралась старость. Поверю, жизнь есть такая полоса. Нисколько мы с тобой не постарели, только головы немного побелели. Откружат и отпоют свое метели. Будет снова, снова звонко петь. Не на сей беду любовью отводили, тили пополам и радость, и чай, и даже седину с тобой мы разделили. Ах, что там седина, пускай блестит. Звон капели. Кружат и отпоют свое метели. Снова звон капель. Из всех поэтических строк о любви мне ближе всего строчки Пушкина. Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает, но и любовь – мелодия. Я думаю, что женщина, любовь и музыка – это какой-то один, единый, прекрасный мир. И действительно, сколько прекрасной музыки создано благодаря женщине. Мне кажется, что для музыканта, для поэта, для художника все женщины делятся на тех, кто их вдохновляет в своем творчестве, и на тех, кто оценивает их искусство и помогает им. И вот мне кажется, что женщины, которые нас вдохновляют, они находятся в гораздо более, ну что ли, выгодном положении. Мы образы их воплощаем в звуках, в красках, в словах. И часто даже вот эти созданные образы становятся более известными, чем их создатели. А вот, мне кажется, женщины, которые относятся ко второй половине, которые оценивают нашу работу и очень помогают нам в ней, они подчас остаются в тени. Я думаю, что, перефразируя известные слова Глинки, можно было бы сказать, что музыку создают женщины, а мы, композиторы, только ее аранжируем. И вот в этот праздничный день я бы хотел от всей души пожелать всем нашим женщинам большой любви. Любви такой же прекрасной, как и прекрасна сама музыка. Thank you.
Когда госпожа смерть неслышными стопами подойдет к нашему изголовью и, сказавши «ага», начнет отнимать дорогую и до сих пор милую нам жизнь, мы, наверное, наиболее всего пожалеем об одном чувстве, которое нам при этом придется потерять. Из всех дивных явлений и чувств, рассыпанных щедрой рукой природы, нам наижальче всего, я так думаю, будет расстаться с любовью. И вот когда мы попрощаемся с этим чувством, перед нами, наверное, весь мир померкнет в своем величии, и он покажется нам пустым. Холодным. Мало интересно. Как это у одного поэта сказано? Любовь украшает жизнь, любовь – очарование природы, существует внутреннее убеждение, что все сменяющая любовь ничтожна. Вот видите, французский поэт Мюссе сказал, все, дескать, ничтожно в сравнении с любовью. Ну, конечно, он отчасти ошибался. Он слегка перехватил через край. Тем более, не надо забывать, что слова эти сказал француз. То есть человек от природы крайне легкомысленный и, простите, вероятно, бабник. Ну вот взгляните на русского поэта. Вот ведь он тоже не отстает от пылкого гальского ума. И даже более того, не только о любви, а о влюбленности. Вот какие мы находим у него удивительные строчки. Надо сказать, у этого поэта однажды сгорел дом, в котором он родился, провел лучшие дни своего детства. И вот как он рассказывает об этом, он описывает это стихотворение. Он так пишет. Казалось, все радости детства сгорели в погибшем дому, и мне умереть захотелось, и я наклонился к воде. Но женщина в лодке скользнула вторым отражением луны, и если она пожелает, и если позволит луна, я дом себе новый построю в неведомом сердце ее. И так далее, и тому подобное. Короче говоря, делая такой вольный перевод с гордой поэзии на демократическую прозу, можно отчасти понять, что поэт, обезумев от горя, хотел было броситься в воду. Но в этот самый критический момент он вдруг увидел катающуюся в лодке хорошенькую женщину. И вот он неожиданно влюбился в нее с первого взгляда. И эта любовь заслонила все его необыкновенные переживания и даже заставила его временно отвлечься от забот по приисканию себе новой квартиры. Тем более, что, судя по стихотворению, поэт как будто просто-напросто хочет переехать к этой даме. Или он какую-то пристройку хочет сделать в ее доме. Если, как он туманно намекает, она пожелает, если позволит луна и домоуправление. Луна-то тут ни при чем. Луну поэт приплел, чтобы усилить поэтическое впечатление, а домоуправление действительно может не позволить. Даже если дама в лодке этого сильно пожелает, потому что влюбленные-то не зарегистрированы. Вот каково мнение о любви поэтически настроенных людей. Спасибо большое. Спасибо, спасибо большое. Это Михаил Зощенко. «Голубая книга». Уж все давно тут, все только вас ждут, а вы вот-вот явитесь, а мне не вы нравитесь. Мне вас любить нравится, от всех скрывать нравится, и целовать нравится, и ревновать нравится. А с тем, что мне нравится, я не могу справиться. Сидим и говорим о том, что мир, да, мир неповторим, о том, что скоро выпускной, что пахнет в воздухе весной. Ну и что, что в твоем, ну и пусть при свечах у меня еще есть голова на плечах. А мой внутренний голос, он в голос кричит.
сам, сам себе отвечал, что когда при свечах, а вокруг тишина, голова на плечах никому не нужна. Голова на плечах никому не нужна. И все чудесно и чудно. Сирень, открытое окно и сигареты огонек, и разговоры до ночи. И мне пока что не вдомек, и мне пока что не вдомек, и мне пока что не вдомек, и мне пока что не вдомек. И мне пока что не вдомек, что все мужчины сволочи. Прощаюсь, мне в дорогу пора. Звезды в небе мне сестры, ну а братья ветра. Гнев святой укроти, горький взгляд отведи. На заре до причала ты меня проводи. Я с тобою прощаюсь, дорогой человек. Я с тобою прощаюсь не на жизнь, не навек. Знаю, что виноват, только я не могу ждать у моря погоды на твоем берегу. Я с тобою прощаюсь, меня время странствий зовет. Тихий порт покидает твой Синдбад-мореход. По высоким волнам, слышишь, я хочу пронестись и разбиться рифы, чтобы чудом спастись. По высоким волнам, слышишь, я хочу пронестись и разбиться рифы, чтобы чудом спастись. С тобою прощаюсь,
мы друг друга найдем. Чем корабль мой дальше, тем мне ближе твой дом. Но пока в парусах свежий ветер поет, знать не будет покоя твой Синдбад-мореход. Я с тобою прощаюсь, меня время странствий зовет. Тихий порт покидает твой Синдбад-мореход. По высоким волнам, слышишь, я хочу пронестись и разбиться рифы, чтобы чудом спастись. По высоким волнам, слышишь, я хочу пронестись и разбиться рифы, чтобы чудом спасти. Я должен сказать, что я очень многим в жизни обязан женщине. Понятие женственности, которая поднимает мужчину с колен, заставляет делать подвиги, заставляет его забыть чувство одиночества. Я уже не говорю о понятии, как говорил Гёте, вечная женственность, которая лежит в основе многих великих творений искусства. Образ женщины – это образ, который свидетельствует о времени. Гаснут цивилизации, уходят с лика земли народы. Но мы видим, и даже вот вокруг нас, образы женщин, которые передают эпоху. Так случилось, что я иллюстрировал многие классические произведения русской литературы. И я думаю, что русские литераторы, русские великие поэты создали совершенно неповторимые образы, свидетельствующие о многогранности характера русской женщины. Я говорю прежде всего о Пушкине, Тургеневе, Мельникове-Печерском. Самый для меня любимый писатель и самый, я бы сказал, глубокий поэт женщин, ее таинство, как говорил Федор Михайлович, красота – это страшная сила. И вот мы все, мужчины, робеем перед красотой, и красота открывает нам связь жизни и смерти, таинство жизни. И потому, допустим, Настасья Филипповна, Грушенька, я вот, вы знаете, очень трудно увидеть зримо образ, который задуман писателем или поэтом. И потому это огромное мучение для художника. Я вот, например, очень долго искал какие-то элементы образа Грушеньки, Настасьи Филипповны. Я встречался, я смотрел на улицах жадно в лица людей, проходящих женщин, как... Тогда же, когда пытался выразить тревогу накануне великих свершений революционных преобразований Александра Блока «Незнакомка». И, конечно, мне бы не хотелось, чтобы от нашего времени остались образы женщин, кладущие на дороге асфальт. Я считаю, что это скорбная примета нашего времени, с которой мы должны бороться и освободить женщину, вернуть ей великое назначение и смысл жизни. Мне бы хотелось признаться всем женщинам в любви, преклонить колени перед святыней понятия женщины и надеяться, что мы, художники, писатели, поэты, музыканты, будем в вечном долгу, в неоплатном, перед тем, что нам дает муза в образе женщины.
почему на работе вы спите? Я вчера был в гостях, танцевал, извините. Вы по личным делам отлучились на час. Я? Да, вы. Ах, простите, последний раз. Ну, а вам, как мне кажется, тема не нравится. Да, не нравится, но я постараюсь с ней справиться. Каждый занят собою на месте рабочем. Телефон. Алло, вам кого? Это вас, между прочим. Кто говорит алло, алло? Кто вы такой, алло, алло? Ах, да-да, узнала вас. Шли мы рядом как-то раз. Встретиться с вами нет, нет, нет. Что за идея, что за бред? Чтоб пошла на танцы я, бросив диссертацию. Позвоните завтра, позвоните завтра. Дома буду, может быть. Позвоните завтра, не могу я говорить. Позвоните завтра, позвоните завтра. Я ужасно занята. Позвоните завтра, ну, а лучше никогда. Срочные все дела, дела. Ночью и днем дела, дела. Интеллектуальные и монументальные. Эй, где вы там, алло, алло? Вам совет дам, алло, алло. Вы не тратьтесь попусту на пустые хлопоты. Могу я взять твою руку
дрогнувшей рукою могу на тебя, не глядя, рядом с тобою быть. Тебе, как простой знакомой, тебе, как простой знакомой, могу я кивнуть головою, но не могу забыть. Могу на твой взгляд ответить улыбкою безмятежной, о книгах или нарядах с тобою заговорить. Имя твое могу я произнести небрежно, но не могу забыть, но не могу забыть. Имя твое могу я произнести небрежно, но не могу забыть, но не могу забыть. Пусть зарастет тропинка, что ведет к твоему порогу. Могу о тебе не думать, могу тебя разлюбить, могу с другим тебя встретить и уступить дорогу, но не могу забыть, но не могу. Надежнее океаном сокровища не укрыть. Маленькая колдунья, я тебя знать не знаю, но не могу забыть, но не могу. Знать тебе, что в сердце ты одна. А
может, стоит попытаться заговорить с тобой на танцах, но ты опять уже другим приглашена. Ты, я все сказать решусь. Ты, я не с тобой кружусь. Но позови лишь только взглядом я, окажусь с тобой рядом я, тут же рядом окажусь. Расул Гамзатов сейчас сказал, как женщина женщин не знает никто. Но, тем не менее, было бы противоестественно, если бы я начала объясняться в любви к женщине. Я бы хотела признаться в любви мужчине. Первый мужчина, которому я хочу признаться в любви, это мой отец. Он подарил мне половину своего лица и некоторые черты своего характера, за которые я ему благодарна. Так, например, оптимизм. Второй человек, которому бы я хотела высказать слова признательности в этот день, это мой муж. Ему принадлежат такие слова. Я создал, что литература обязана возникновением такого писателя, как Виктория Токарева, литература обязана мне. Я создал для нее такие невыносимые условия, что ей больше ничего не оставалось, как писать. Третий – это собирательный образ, который я бы назвала так – мастер. Это те мои учителя, которые в начале моего пути протянули мне руку помощи. И еще один мужчина, которому бы я хотела признаться в любви в этот день, это мужчина, которого бы я бы определила так – невстреченный. Невстреченный – это наша мечта, которая заставляет нас тянуться к небу, потому что мечта, она необходима, мне кажется, в жизни так же, как и реальность. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел за этот круглый стол для того, чтобы воспеть женщин, а я как бы представитель всех женщин. Должна сказать, мы действительно прекрасны только потому, что у нас есть вы, встреченные и не встреченные.